Сегодня 23 июля 2019 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель 57 переменных звезд и 11 кандидатов планетарной туманности, автор двух собственных научных статей астрономической тематики, опубликованных в научных журналах. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края, на своей малой родине, на побережье Японского моря. Я вынужденно скитаюсь уже 2,5 года. Из-за невозможности безопасного, беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2, в двухкомнатной коммунальной квартире номер 210 по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, и из-за невозможности беспрепятственной продажи данного моего единственного жилья. Все мои телескопы и все мои личные вещи остались в моей комнате. Я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией. Я лишен возможности подготовиться к поступлению на обучение в университет на астронома. Пожалуйста, добрые люди, помогите продать мне мою комнату, чтобы взамен я смог купить себе иное жилье, в котором смог бы безопасно жить, заниматься наукой астрономии и подготовиться к вступительным испытаниям для поступления на специалитет астрономии Российский университет. Я имею хронические заболевания, страдаю пороком сердца, имею заболевания суставов, крови и бронхов. Я очень страдаю вынужденным скитанием, как и моя мама и наша старая кошка. Я имею возможность приносить пользу науке России. Я хочу заниматься наукой астрономии. Но я лишен доступа к своим телескопам, и мне негде подготовиться к вступительным испытаниям для поступления в университет. Пожалуйста, добрые люди, помогите нам продать мою комнату.